Всем привет, ребят! С вами Вула, на ваших экранах Horizon Zero Dawn. Продолжаем проходить эту игру в нестандартном для меня формате, потому что сегодня, ребят, чтобы вы понимали, у нас 10 число, 10 августа, а я живу в Беларуси, и у нас в преддверии выборов, что вчера 9 числа, что сегодня 10, отрубили интернет. Вы, разумеется, увидите это видео позже, потом, когда у нас интернет появится. Но сейчас у нас ничего недоступно, я не могу найти ни на YouTube, ни на ВК, так что, ребят, к сожалению, но данное видео вы будете смотреть потом. Но не будем о плохом, давайте все-таки по игре. И сегодня, чтобы все было не так печально, потому что я все-таки прохожу игры на стримах, мы побегаем сегодня по второстепенным квестикам. А там уже посмотрим, может быть, в следующем дне, который будет завтра, а завтра, думаю, будет 11 число, вполне возможно, уже будет стрим, может быть, скажем так, нам подрубит интернет, но пока его нет, мне очень сильно хочется идти по основной сюжетке, просто хочется в основном показать, чтобы люди видели мои эмоции, все как положено. Ну а здесь пока что пробежимся по второстепенным квестикам. Итак, тут у нас на данный момент квестик убить Белозуба. О, скотина, вон там ходит. Бля, смотрите, какой. Ёб твою мать, а их там много? Слушайте, а у меня есть идейка. А что, если их натравить друг на друга? А у меня ж есть... Не-не-не-не-не, смотри на меня. Вот здесь подойти. Оп, перехватим его. И пускай он там атакует. Пошел нахрен отсюда! Вот, правильно. Вас, блядь! Вперед! Сейчас будет махать. Я вам тут, ребята, не нужен. Ну, давай, давай, давай. Уделай его, блядь. Хорош. Мой мальчик. Хорош, молодец какой. Дай тебе поглажу. Назад дороги нет. Извини, по-другому погладить не могу. Убейте Белозубом. Ага. Паулик. Долбоёб. Надо-то убить Белозуба, чтобы квестик засчитался. Я-то, получается, его не убил. Это, получается, сдох сам. Ладно, тогда убьем этого. Вот это уже поинтереснее. Так, а чё у нас там? А, стоять! Ах ты, блядь! Ох, я хорошенько его... Ну ладно, 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 так уж и быть, первый блин комом. Я только начал, я еще не разыгрался, ничего вы не понимаете. Попытка номер 2. Это, кстати, отличная тактика. Слушай, подожди, пацан, не лети. У нас тут еще с парнем дела, мы еще не закончили. Вот, теперь вперед. Пас. Да подожди, 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 не надо на мне это делать. Я, конечно, понимаю, что вам нужна подружка, но не настолько же. Ой, моего парня оглушили. Че ты в этот раз ты не справляешься? Давай, 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 делай его. Хорош, молодец. О, теперь синенько что-то выпало. Так, теперь надо бы нам его немного охладить, парня. Оп. Парень немножко застрял. Оп, и сейчас мы тебя критическим ударом. О, как я умею. Выходить-то можно? Да можно, 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 давай. Ты, та, что была изгоем? Что ты здесь делаешь? Ваш друг Дэн за вами прислал. Что вы там делаете? Белозуб уволок наши колчаны, то есть мой.
оба. Без оружия пришлось забираться повыше. Хорошо, что ты его завалила. Теперь мы сможем вернуться. Только ты никому не расскажешь, что нас тут видела? Не видела. Друга твоего уж точно. Слезть вам помочь? Мы сами вернемся. Ты только не обижайся, но лучше, чтобы нас с тобой не видели вместе. Вдруг догадаются. Ну, конечно, конечно, правильно. Я тут вас спасаю, они меня игнорят. Это да, кстати, ребят, это был квестик у меня уже взят. Кто не знает, как я его взял, можете посмотреть по ссылкам в описании. И, в принципе, я вам подсказку здесь выведу, сверху, справа. Пошел в задницу, не трогай меня, я вообще не в тебе. Собирается идти. Ну, и тут еще ребята есть тоже, с которыми можно поговорить, но я что-то стремаюсь. Свободны. Так вот, по ссылке в описании можете посмотреть на стримы, которые относятся к этому прохождению, потому что предыдущие все это... Так, свободны. Мы с вами не общаемся. Кстати, там что-то какая-то была ерунда полезная, наверное, надо взять. Почему бы не взять? О, там стоят мобы, тут стоят мобы. Так вот, стримы! Не забываем смотреть стримы. Ссылка в описании или по подсказке. Наконец-то я добежал до этой деревни. Сейчас дадим квестик. Я нашла их, сам знаешь где. Скоро вернутся. О, спасибо. Спасибо. Какое счастье. Ты ведь никому не расскажешь? Не бойся. О, ну еще один. Матриархи сейчас поют песню искупления. Не заметят. Ты права. Тоже меня игнорить будешь? Искупит все наши грехи. Спасибо. Я не это имела в виду, но ладно. А, ну да, точно, я ж тупанул. Этого ж на стриме не было. Я ж сюда пришел без стрима. Просто так бегал, вне стрима. Но стримы все равно смотрите, предыдущие. О, пойдем давайте на вот это задание, без должной защиты. Караван отправился в путь по опасному маршруту, не взяв с собой боеприпасы. Если не помочь этим людям, они погибнут. Как говорится, будем зашишать караваны от нападения. Вообще, надо было бы нападать на караваны, но, по крайней мере, мы будем зашишать. Отправляемся. Для начала, чтобы проще было бегать, добудем себе кобыльцу. А ну-ка сюда иди. О, мой маленький. Сейчас мы побегаем. О, бурдюк, блять, старый знакомый. Кто не помнит, мы с ним боролись на последнем стриме. Он был в качестве босса в первом котле. И, скажем так, там он мне знатно-то понадавал по щам. А все потому, что играю я на сложности сверхвысокий. И эта тварь там просто лютая была. Кстати, очень интересный бой. Я там побил просто знатно. Парочка багов там тоже словил. О, интересно было. Но это только надо смотреть на стримах. По-другому, к сожалению, это не увидите. Да, о, блин, еще двое, вы что, охуели тут таким толпами стоять? Я вас не звал, здесь нахуй, как говорится. Ну вот, наконец-то мы добежали до мерзовида. Мерзкого вида. Хвала солнцу. Ну да, в принципе, мерзкого. Нам бы не помешало. Достаточно отвратителен. Начальник сучил нам не тот ящик, мерза. Написано «Стрела», а там голый древесник. Мы безоружны против целых стай рыскарей. И не только. Я постараюсь помочь. Рад слышать. Я всегда готов. Помощь нам. Тревога! Сюда идет Долгоног! Что-то он Долгоного молвет. О! К оружию! К оружию! Петух какой-то. Ну, в принципе, тут мы быстро справимся. Ну, если бы это была, правда, невысокая сложность. Да, не ори, блядь! Ах ты скотина! Слушай, парень, вот, спасибо, лошадка моя, давай, вперед! Ой, блядь, как вас много! Ох ты, ёбаный долгоног! Так, все, сейчас мы с тобой повоюем. Так, для начала давайте его немного... приструним. Кстати, а по-моему я этого персонажа впервые вижу. Ну-ка.
мне просто интересно. Просто я чисто из любопытства решу посмотреть, кто це такие. Долгоног. Итак, туловище у него, мешок с нелетальным оружием. Уязвимости все. Антенна, система повреждения брони, топливный элемент. Ага, топливный элемент у меня у нас от электричества. Но, к великому сожалению, электричества у меня пока что нема. Единственное оружие, которое у меня есть, это... Хотя нет, вот есть электричество, но это ерундой я сомневаюсь, что его можно... Ну, какой, блядь? Ух ты, ебать, ты коловрат! Ну как я промазал-то? О, все. Упаль. Ну-ка тебе. Ну, а под ребро тебе. Солнце станет твоим. Так, а что мы если ему тройную? Ладно, 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 убедил. Ну как ты в меня попал? Я же вроде уворачивался в этот момент. А, все ясно, ему похер. Он просто прыгает и просто убивает. Ну, слушайте, а надо сначала с самого начала его глушануть, его, в принципе. Ну-ка, парень. Все, электричеством пропитаем, чтобы этих... Чтобы этим парням было весело. Блять, какая тут заруба! Да, блядь, я вообще-то хотел кувырок сделать! Ну опять ты летаешь со своей. Так, хилку, пожалуйста. Срочно, срочно! Сейчас я тебе, блин. Так, парень, стоять! Петух, ебучий! Так, а этому что надо? Я понял. Ну, конечно. Ты у нас любитель огоньком стрелять. А, вот я люблю электричеством-то стрелять. Сейчас мы тебе еще. Блять, не попал. Ну, я буду тиски. Сейчас мы тебе тройной стрелой в грудинку-то как залепим! Ни хрена меня откинуло! Еще машины! Падальщики! А, то есть вот настолько все охуенно, да? То есть это был только первый раунд. А, тут, блядь, вот как они. Да не трогайте вы меня, ну пожалуйста, я ж, блядь. У нас все печально, господа. Ну да! Крайне сложно получается. Так, давайте вырабатывать тактику тогда. Сражение против этих ублюдков. Так, сразу этого пацана в электричку. Да, я понял, что ты любишь у нас. Всё, с этим пацаном поговорили. А, я понял, вы... Да не надо меня бить! Мы ж просто хотели поговорить. Ну, может быть, я немножко грубо хотел поговорить. Так, стой, петух. Женщина. Я знаю, что ты задумал. О, еще один бежит. Промазал. А, ты что задумал? Так. Сейчас мы ему как... Влепим еще раз грудинку-то, а ты будешь. Светопаза. Так, сразу. Еще машины! Падальщики! Падальщик, иди-ка сюда. На тебе. О, тут еще один идет. Так, а какой у нас, блин, ну вы поняли. Какое у нас у падальщиков слабое место? А, понятно, тоже электричество и тоже жопе. Начинается! Электрических стрел у меня нету. Ладно, хорошо. Электричество так электричество, убедили. У меня есть другая штука, которая помощнее по электричеству. Самое главное...
Ага. Чё, не ожидали такого? Как я умею, а? Ты куда лезешь? Мы с тобой не договаривались. О, глушение тоже работает. Так что, ты. Вот так вот это делается. Маленькие собачки вы наши. Ну что? Одна победа дома солнца. Хорош. Поговорите с мерзавидом. Мерзкого вида. Давайте сначала залутаем, пока его не пропал. Ткань защиты от рукопашных атак. 9%. Какого хуя так мало? Мне больше надо. Видал я охотников на машины, но таких, как ты, никогда. Ты нас всех спасла. Беда! Певчих ядер нет! Кого? Не может быть. Разве что... Это Дерит их украл. Когда на нас напали, один из наших убежал. Дерит. Я думал, он просто трус. А он, значит, еще и вор. Далеко он уйти не мог. А про презумпцию невиновности вообще... За ним гнаться. Слышали? Может, у вас их и не было? Но в этот раз за плату. Справедливо. Вернешь певчие ядра, получишь свое. Все, понятно. А теперь давайте немножко собираем Лутецкого. Я тут побуду полчасика, побегаю, что посмотрю кругом. А вы увидите уже врезку. Состаришься тут капец, пока все это пособираешь. Ну, вроде с большего все собрал. Так. Вот у нас тут следы этого самого Дерита. И пойдем ему вставим стрелу в сраку. Если вдруг он, конечно, украл. Ну, как у нас есть такая штука, презумпция невиновности. Поэтому вполне возможно, что он... Опа, травку надо забрать. Все, что красненькое, это у нас лечение. Кстати, вон там лечение. А вот лечение нужно. Как бы не очень сильно хочется тратить эликсиры, потому что эликсиры на самом деле полезная вещь. Достаточно дорогая, крафтить их дорого. И это геморруна. Я, конечно, не знаю, как там на... У, кабан! А ну, сука, сюда иди. Кабаны нужны. Кабаны нам нужны, потому что кабанье мясо, по-моему, много для чего нужно. И опять же, кости кабана тоже понадобятся. Так, кстати, да, не забываем. Это, блин, у меня вот постоянно привычка дурацкая уходить от курса. То есть у меня есть задание, а я вижу что-нибудь, пойду там соберу. Вот, вот здесь опять, видите, не могу спокойно идти по тропинке. Да ёптвою мать, чё ж вы издеваетесь надо мной-то так? О! Дерит, здорово. Привет, Дерит. А ты кто? От каравана пришла. Я бы тебе сказал в рифму, но чего? Вот так уж и быть. Какого каравана? Который ты подставил. Думал, не будет стрел, не будет и выживших, не останется свидетелей. Послушай, я весь в долгах. Не заплачу, мне оба глаза выколют, понимаешь? Ну, в принципе, нормас. Здравствуй, дорогой. Ёб твою мать, а ты кто такой? Ну, понятно. Все ясно с вами. А можно не так быстро меня убивать? Теперь заново бежать. Какой-то, блин, хищник. Да ёб твою мать, он такой быстро стреляет. Я не могу его словить в прицел, чтобы просканировать. О. Так, ну-ка давайте посмотрим, что это за ловчий такой интересный парень у нас. Ловчий. Итак, дротикомет, миномет, впереди, сзади, генератор поля, стелс поля. Туловище, электричество, видимость к электричеству. Ну, в принципе, можно было бы попробовать. Ну-ка, давайте попробуем схитрить. Ты, блин, не вовремя увернулся. Ну-ка, давай-ка, иди сюда, парень. Вот, скотобаза бомбная. Давай, иди сюда. С тобой поговорим. Ты точно? А ты будешь здесь. Эй, куда собрался? А ну, стапа. Ну-ка, стоять.
с тобой не договорили. Так, куда ты там собрал? Больно. Не надо так делать. Так, ну, в принципе, тактика неплохая. Загнать его в электрическую ловушку и там его отмудохать. Потому что, в принципе, электрическая ловушка достаточно мощная штука. Ну ладно, 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 хватит ты. Давай, иди ко мне, мой маленький. Маленький ты мой. А умный же скотина. Слушай, ты сюда. Давай, 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 давай. Эй, а ты будешь, блядь. Я тебе, блядь, дам сражение. На тебе. На, те получите. Так, если еще ловушку где-нибудь поставить вот здесь. На этой стороне горы, так сказать. Больше нет. Давай, давай, давай. Ну мы и без перепасов справимся. Парень к нам сам придет. Я уверен. Ну, я какой Донни, блядь. Так, ну-ка давай теперь. Атаку ему и сваливаем. Ну что, дорогой, приходи, угощу еще электричество. У меня, в принципе, есть для тебя. Ой, дурак, не понимает ничего, то есть, ну, третий раз попадает, ну не дебил ли? Всего лишь что трех критов хватило. Светящаяся плетка, что-то тут еще полезное. Ну, полезное хочу. О, Дерит, здорово! А ты что делаешь? Караван, они выжили? Да, я успела вовремя. Спасибо. Я заключаю солнце в объятия. Да сожжет оно мои грехи. О, дерево даже как-то жалко. Ну, хоть умер достойно. Чего ты сразу оскорбляешь? Падаль. Подумаешь? Ну, бывает. Зато певчи ядра вернули. О, кстати, я совсем забыл. У меня, оказывается, есть два лишних очка в навыках, и можно их воткнуть. В криты? Ну да, вполне себе. Отличный перк. Так как критами я пользуюсь часто, как вы могли заметить. Как бы на самом деле на сверхвысокой сложности очень полезно использовать всякого рода ловушки, вот эти вот шарики и так далее и тому подобное. Потому что реально с ними проще вводить противника к строю и просто добивать критами, нежели просто пытаться уворачиваться, бить его просто копьем. А стрелы так это вообще подавно. Я вообще не понимаю, зачем вот эти охотничьи стрелы обычные, потому что они урона вообще практически не наносят. Возможно, вполне возможно, то есть когда-нибудь они там на более поздних луках начнут наносить нормальный урон. Но с большего, то есть, полезны огненные стрелы, потому что они наносят урон тогда, когда ты поджигаешь огненные ячейки какие-то. В принципе, больше, наверное, тут из... Хотя вот, высокоточные стрелы очень полезные, наносят очень много урона. Но, блин, заряжается долго, стоит тоже дорого, блин, всего этого. Блин, капец, там, блин, по 10 этих, по 5 нитей. Короче, капец полнейший. Ладно, давайте поговорим с этим. Вернулась. И певчие ядра при тебе. А Дерит? А Дерит не при мне. Его убил ловчий. Просто жуть. Ты одолела ловчего. Получишь прибавку. Вот, возьми мою долю. Заслужила. А он мне нравится. Дальше я справлюсь сам. Теперь нам особо нечего бояться. Нормас. Коробка с внушительной наградой. Иксодин. Опыта насыпали зато.
Ну, на этом все пока что, друзья. Мы не будем делать видосики слишком долгие, потому что все-таки это не стримы, и смотреть это долго скучно. Продолжение смотрите в следующем видосике. Ну, а пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.